Барнаульцы стали меньше мусорить. Такое наблюдение сегодня сделали участники осенней акции «Живи лес». Каждую осень приезжают на один и тот же участок леса, на пересечении шоссе Ленточный Бор и улицы Кутузова, чтобы очистить землю от мелкого, но крайне вредного мусора. Его после себя оставляют многочисленные отдыхающие. В основном это всякие салфетки, всякие упаковки от разных сладостей. Неприятно, конечно, что всем как-то все равно на то, что произойдет с этим мусором, но в первую очередь ты радуешься, то, что есть добровольцы, которые помогают. В акции сегодня приняло участие почти 100 человек. Это школьники, студенты, сотрудники Минприроды, различных организаций и простые горожане. Субботники на этом участке они проводят дважды в год – осенью и весной. Как замечают организаторы, в первые годы с площади в 25 гектаров они увозили мусор 5 КАМАЗами. Сейчас загрязненность в разы меньше. Тем не менее, волонтеры по-прежнему находят за деревьями свалки со строительными отходами и мешки с непонятным содержимым. По словам участников, мусорят здесь, к сожалению, всегда. Поэтому организаторы приглашают всех желающих к очистке одного из самых любимых барнаульцами лесных уголков. Самая неблагополучная вот эта территория, постоянно довольно высокая посещаемость, дорога рядом, место красивое, поэтому население постоянно здесь отдыхает, ну и оставляет по себе не то, что нужно.